Мы продолжаем следить за судебным процессом по делу участкового, которого обвиняют в подлоге и превышении должностных полномочий. Напомню, осенью прошлого года полицейский задержал мужчину и доставил его в участок, где, по словам истца, стражпорядка начал его избивать. В УВД полученные травмы объяснили тем, что задержанный сам нанес их себе, чтобы избежать наказания. Дело дошло до суда, а сегодня состоялись прения сторон. Но второе по счету заседание по этому процессу представителей СМИ тоже не пустили. Страна ответчика снова не нашла слов для журналистов. Здравствуйте, мы хотели с Инаром Мусиным поговорить. Просто как... Давайте попозже, не сейчас. Да. Не сейчас, буквально просто пару слов. Хотим вот узнать позицию Инара. Позицию? Да. Я вам объясню всю позицию. Потом.